Рыцарские забавы, песни и танцы различных эпох белорусской истории привлекали внимание всех, кто пришел на праздничный концерт ко дню рождения университета. Каждый год в последний четверг октября вместе собираются все, кто каким-либо образом связан с этим учебным заведением. В праздничный день подводятся итоги плодотворной работы вуза, получают заслуженные награды креативные, трудолюбивые педагоги, любопытные и неунывающие студенты. Благодаря своей учебной и научной деятельности они не только развиваются как личности, благодаря им формируется устойчивая положительная репутация вуза на площадке учебных заведений страны. Сегодня знаменательный день для нашего университета, ему 68 лет. Всем понятно, что праздник никогда не обходится без награждений. И этот год урожайный, как, впрочем, и все предыдущие годы. Мы награждаем и ветеранов труда университета, которые своим самоотверженным трудом, огромным вкладом в развитие университета заслужили особый почет и уважение. Мы будем чествовать молодых исследователей, которые стали докторами и кандидатами наук. На современном этапе развитию вуза свойственны многопрофильность и многоуровневость. Здесь сегодня готовят не только педагогов, но и работников заводов и предприятий, религиоведов и психологов, представителей СМИ и сотрудников сферы туризма. Обучается в университете на дневной и заочной формах около 10 тысяч студентов. На кафедрах вуза трудятся более 600 преподавателей, среди которых доктора наук, профессоры, кандидаты наук и доценты. В учебном заведении созданы все условия для развития научной деятельности, работают музыкальные и спортивные объединения. Все это позволяет студентам активно трудиться и поэтому добиваться высоких результатов. Пятый курс. Не хочется покидать родные края, как говорится. Может быть, надеюсь, что останусь дальше учиться в магистратуре. Но пока есть такие планы. С грустью вообще ухожу с родного факультета, потому что столько моментов, связанных с любимой группой, с любимыми преподавателями. Но надеюсь, что еще здесь останусь. Я работаю в университете с 61 года, включая студенческие годы. У меня вышло много книг до 30 по проблемам семьи, семейного воспитания, взаимодействия школы и семьи. Ну и в последние два года мне удалось создать научно-методический центр «Школа-семья», аналогов которому нет в республике. В мае месяце мы осуществляли презентацию деятельности центра с участием министра Республики Беларусь. И деятельность ее высоко оценивается. Ни один праздник не обходится без сюрпризов. На торжественном мероприятии за добросовестный труд и личный вклад в развитие университета грамотами и памятными подарками были награждены как преподаватели, так и студенты. Ярким продолжением вечера стал праздничный концерт, который подарил гостям положительные эмоции и оставил яркие воспоминания.